Это мантикора. Биооружие против определенных генотипов. Если твоей ДНК нет в базе Атласа, считай, что ты труп. Он может сбросить его на поле боя. Его бойцы выживут, наши умрут. Верно. Контакт с одной спорой смертелен. Химзащита бестолку. Он уже в работе? Не знаю. Но раз он изготовил образец, возможно, уже идет производство в промышленных масштабах. Если да, нам нужно знать что, где и как. Иначе нам Айронса не свалить. У Атласа есть куча заводов, способных наладить массовый выпуск. Вот тогда до нас и дойдет. Гидеон знает место. Ты уверен, что ему можно доверять? Без него задание не выполнить. У нас есть выбор. С группы Кормака. 3 минуты до цели! Ты был прав насчет Айронса. До меня не сразу дошло. Хорошо успели. Без тебя мы бы так и блуждали в темноте. Прямо как раньше, а? Это Гадюка 3-3. Как попали? Эбби, ударил Атлас. Черт! Сбой, Экта! Система не отвечает. Не могу! Приготовиться к удару! Все! Прыгай! Загружается. Вертушка кружит над нами. Пошел! Вверху! Шевелись! Держись! Давай! Давай! Экза, скрыть! Приближается патруль. Твой тот, что спереди. Говорит Виктор 7. Вы... Этот без глушителя. Стрелять только в крайнем случае. Давай сделаем все тихо. Кемпин, это Страж 2-1. Наша вертушка повреждена. Мы в аварийном режиме, нуждаемся в эвакуации. Нет возможности, Страж 2-1. Попробуйте связаться со Стражем 2-3. Понял. Черт.
Ты как? Надо быстро сваливать. Пришлось убрать пару их ребят. Когда их найдут, будет жарко. Дело не сделано. Пошли. Миссия даже начаться не успела. Мы никуда не уйдем, пока все тут не осмотрим. Я ни черта не вижу. Нокс, покажи им. Посылаю данные. Следы химикатов, босс. Много химии. Им есть что скрывать. Мы не справились. Вернемся в другой раз. Другого дня не будет. Облажаемся. Отвечать будешь ты. А когда было иначе? Крутой ублюдок, надо признать. Все, поехали. Голографическая маскировка. Нужное здание прямо по курсу. Два охранника возле камеры. Митчелл, выбирай цель. Чисто. Наша точка прорыва. Митчелл, веди нас. К серверной. Вас понял. Подключаю данные разведки. Действуйте по плану. Понял. Давай на лестницу. Прикрываю. Вот так. Митчелл, ты первый. Быстро к пульту. Так, парни, берем все. Карды, банки данных, все, что увидите. Сами знаете. Кингпин, начинаю передачу. Войдите в систему. Ожидаю прибытия. Нет, этот старик, те два, там. Бинго, посылка у нас, передаю. Связь установлена. Так, жгите все. Термит. Тут не только биологическое оружие. С этим мы свалим Айронса. Ты как? Посылка получена. Молодцы. Идите ко второй цели. Вас понял. Выдвигаемся на химзавод. За мной! Молодцы, внимание! Вокруг цели крупное скопление противника. Они активировали сенсорную сеть. Наше прикрытие бесполезно. Так, больше не прячемся. Не лезьте под сенсоры, они сбивают настройки костюмов. Пошел! Убрал сенсор!
Заходи слева и справа! Нельзя, чтобы нас прижали! Сенсор готов! Сенсор уничтожен. Би, закончим с этим. Всем выйти! Митчелл, давай! Кингпин, объект нейтрализован. К выходу готовы. В основной зоне высадки слишком опасно. В небе полно врагов. Новая зона в трех кликах к юго-востоку. Мы засекли Т-740 в южном ангаре. Это ваша лошадка. Вас понял. Выдвигаемся. Все лучше и лучше.
подходим. Митчелл, иду! Прикрытие нужно! Ангар для техники сюда. Всем отрядам охраны быстро. Обыщите комнату. Чисто. Поедем вот на это. Нокс, попробуй наладить. Вас понял? Т-740 всего лишь прототип. Он не может так сильно отличаться от 600-го. Повышаю мощность. Кто умеет водить эту штуку, поднимите руки! Мы с Митчеллом тренировались на 600-х. Эти движки новые. Отсоединяюсь. Мы заряжены с полным боекомплектом. Вингпин, это Страж 2-3. Движемся к зоне посадки. Будем примерно через 10 минут. Прошу зачистить зону посадки. Понял вас, Страж 2-3. Птичка пошла обходным путем. Остаюсь на связи. Так, все по местам. Все системы в норме. Ладно, Митчелл, как на занятиях? Орудия включены. Выдвигаемся, Митчелл. Вот они. Огонь по готовности. Бей по пехоте ракетами. Огонь слева. Через реку!
Огонь справа! Четверо! Есть! Отлаза больше нет. Я их забрал. Иду назад.